К другим темам. Якутия представила свои инвестиционные проекты парламенту Японии. Делегацию республики возглавил первый заместитель председателя правительства Якутии, министр экономики Алексей Стручков. Он сообщил японским коллегам о перспективных направлениях развития региона. В ходе презентации инвестиционного потенциала Якутии были обозначены основные проекты, реализуемые на текущий момент в регионе совместно с японскими партнерами, в том числе проект круглогодичного тепличного комплекса. Собственные проекты представили Алмаз Эргенбанк, Министерство ЖКХ и энергетики, авиакомпания Якутия и многие другие.